вечер. Позудар. Позудар. Сегодня у нас встретится после матча конференции главный тренер. Начали по традиции словом гостю. Короче, Динамо Минск, Роберт Маска, плюс Аспиксон Лойс, Роберт Павлович. We wanted to take control of the game from the beginning. С самого начала мы хотели взять свой контроль. But goals started very aggressive, with a lot of long balls to their center forwards. Но Гомель начал очень агрессивно, было много длинных передач на центр форвард. And we were not calm enough to keep the ball long. Мы недостаточно были спокойны, уверены в себе, чтобы долго держать мяч. After about 15 minutes we got better control of the game. Однако через 15 минут мы взяли игру под контроль. And, I think we did well by scoring two goals. И действовали очень неплохо, забили два гола, один из них пенальти. In halftime, again we talked about controlling the game, playing, keeping the ball long enough. I think we did pretty well. В перерыве сказали футболистам еще раз, что нужно контролировать ход матча и стараться держать мяч. Мне кажется, нам это удалось. And then you come into the last 10 minutes of the game, where everybody is getting excited, a lot of things happening, a lot of things going on. But I think we should have decided the game before the last 10 minutes. Потом наступили последние 10 минут матча, в которые все были возбуждены, много чего происходило на поле. Но мне кажется, что мы должны были решать исход этого матча еще до того, как начались последние 10 минут. And then Gomel tried everything to score the second goal, but we kept it dry, as you say in England. So they didn't score, and so we won. Гомель сделал в конце матча все возможное, чтобы забить второй гол, но нам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности и держать победу. Today again we played with almost a new team, with a lot of new players. Adamovic, Veselinovic, Nikolic, that were not ready yet to play 90 minutes. But I left them in, at least Nikolic and Adamovic, because they need to get 90 minutes. И сегодня у нас опять была практически новая команда, три новых футболиста, Селинович, Адамович и Николич, которые еще пока не набрали достаточной кондиции, чтобы играть все 90 минут. Однако я поставил всех в стартовый состав, и Николич, Адамович играли весь матч, потому что им нужно побыстрее набирать кондиции, чтобы играть с начала до конца. And in my opinion, we have at this moment still too many players who cannot not play 90 minutes like I want them to play. So they have to be more fit than we're talking about maybe 4 or 5 players in the team. So we have to a lot to improve. That's why I'm very happy with this difficult win today against Gomel. И в команде также 6-7 человек, которые пока еще не готовы играть весь матч так, как я этого от них хочу, поэтому сегодня очень рад этой тяжелой победе над Гомелем. Спасибо. Добро. Значит, ну, мы тоже хотели взять игру под контроль, планировали это, значит, первые 30 минут нам это удалось, но потом позволили сопернику забить 2 гола. Естественно, в таких играх это непозволительно. Во втором тайме нужно было идти большими силами, исправлять ситуацию. Всеми силами старались. Один гол забили, второй вполне могли забить. Ну, где-то немножко не повезло, отсюда такой результат. Жаль, конечно, проигрывать дома, но нужно двигаться дальше. Если есть вопросы, пожалуйста, откройте. На протяжении матча было заметно, что вы как бы меняли схему рассудок. Вот, давали результат положительный.
Ну, проигрывая 2-0, естественно, нужно спасаться, нужно рисковать, поэтому нужно было идти большими силами вперед. Поэтому, конечно, что-то приходилось менять. И прежде всего, все было направлено на то, чтобы спасти. Еще раз. Рожек, а вы уже провели несколько матчей, начиная с Беларуси, а также учитывая сегодняшний поединок. Какого бы мнения о белорусском судействе? Well, I have no problems with the referee. It's a difficult job, and there will always be discussions about it. Like today, a few Gommel players died 3 or 4 times, and it's difficult to decide which is a foul, which is not a foul. I think we had some very tough tackles against us, which he let go. So I'm okay with the referee. You have to accept him, you have to respect him, and to know it's a difficult job. У меня нет проблем с судьями, это достаточно сложная работа, и всегда будут споры вокруг их решений. Как, например, сегодня было 3-4 момента с падением игроков Гомеля, когда было сложно определить, был фол или нет. Были также очень жесткие стыки с нашими игроками, которые страдали наши игроки. Однако я не хочу ничего говорить по поводу судейства, нужно просто уважать их работу и признавать, что работа достаточно простая. Сергей Александрович, вы тоже уже работаете много, несколько месяцев с первой ноты. Что вы думаете о белорусском судействе? Я соглашусь с Робертом, он все правильно сказал. Мне к этому добавить, собственно, ничего. Как думаете, насколько вас спрессит? Не могу. Внимание. Вопрос, Роберт, скажите, пожалуйста, как вы прокомментируете итог динамической карьеры Сычева? I will let him know first. По поводу Сычева, в первую очередь я скажу ему о том, что с ним будет дальше. Роберт, he's the now period. He played for me now 5 games, so it's difficult to say. He starts, that says enough, that I think he's a fantastic player. I think he used to be better, but he's getting at a certain age also. So that is also one of the players which I have doubts about, that he can play full for 90 minutes the way I like it. Хороший квалифицированный игрок, наверное, он привык демонстрировать другой, лучший футбол, но тем не менее, пока физически также это входит в число тех игроков, от которых приходилось бы больше, который не готов играть на протяжении всех 90 минут. Еще один вопрос. Последний.